я тоже мужчина. Художеством заниматься. Соловей. Да. Ласка с соловейком. Перестань мочить. Ревитар. Нет, как брать, да? Не пробраться, тут воды много, еще уровень. Лариса, набери, пожалуйста. А пап, я не... Она не наберет. Ну давай. А что не наберет? Там надо встать в воду. Да. Куда ты? Некому чистить. Давай. Туда вниз, чтобы вода шла. Опа, спасибо. А там забилось. А, побона санататы. Да, там снизу надо чистить. Туда. Дальше. Бутылку уронили. Вкусная водичка. Очень вкусная. Тихо, дочь. Что, она поставила как крест? Поставила этот крест. Она вот начала. А стирали там, Борис? Туда ниже были очень, когда до того, как закрыли, тут все время стирали люди. Женщины стирали, было камни туда, до морщика. Да. И женщины тут стирали все время. Они еще стирают? Ну, там что там? Мало. Но там забито, видишь, забило, все эти пустите. Я не могу чистить туда, да, смотри. Тут когда-то были такие аттракционы, были качели большие. А эта поляна танцы. Мне казалась такой большой, мне казалось, да. Что такое огромное, ну, пространство. А? Туда дальше там выросли тоже, но... Ну это верба. Нет, это верба, это что это, тополь? Это тополя? Осина. Не, осина? Да. Осина. Идем на мостик сходим. Идем. А? Что? Не может быть осина, может быть осина. Это тополь. Юные ботаники. Тополь, но не пирамидали. Ага.
Но это скамейки уже не так давно сделанные. Ну, в смысле, это еще не те, которые... Нет. Вот скамейки. Остались только... И вот там есть скамейки, мам. Скамейки. Нет, вон смотри, сколько скамеек. Раз, два, три, четыре, пять. Вот там, по периметру дальше. И тут неровности. Тут всегда было ровно, потому что танцы были. Нет, я говорю, мне эта площадка вот эта казалась такой огромной, прямо такая вся... Наш мостик. Мостик отремонтировали. Он, его залили бетоном, смотри. Его хорошо залили. В каком-то 2000 году уже, посмотри. 28.07. А, 20-го. В прошлом году залили. В прошлом году-то. И тут забилось. Он был деревянный мосточек, и мы тут с Вовой на свадьбу фотографировались, целовались. Не, ну все равно вода течет, протекает. Проточная вода. Такая протока. А смотри, жасмин вырос. Ага, такой куст прям. Фоя. Не, идем сюда. А куирау, дышу еще последу. А внутри. Идем. Это куирау пест. Как называется тропинка по молдавски? Карарь. Карарь. Караруш. Карарь. Все забивается. Язык живой, просто такой субъект, который нужно его использовать, нужно на нем думать для того, чтобы знать его и говорить. И... А мы забываем, к сожалению. А много их так, они прямо пере... Тю-тю-тю-тю. Вообще-то их так много тут. А им тут что, раздолье, вода чистая, родниковая, зелень. Так, тут бы родник надо почистить, чтобы он шел, потому что тут раньше стирали, вода протекала, а сейчас... О! Гром гремит. Это, говорит, не гром гремит, это моя лягушонка в своей коробчонке едет. Спасибо за водичку. Поехали дальше. Родные просторы. Красивый такой каштан розовый, да? Каштан красиво цветет. Да, в Рыбнице два каштана розовых цветут. И я все обозначала, где что-то собрать. Все, пока-пока. Потому что когда цветок опадает...